Надо. Так, что? Все, поехали. Идем прям быстро. Нет, так ты не возьми, что ты делаешь? Держи. Вот так. Так, вот ты держишь. Давай, Маруш, хороший тебе. Да, ощущение? Какой-то одну ногу вперед. Ну, с корпусом немножко назад отклонились. Вай, тандем. Видео пишет? Пошел, видео пишет. Ну что? Да, все, стою. Все, у меня рация села. Сейчас, секунду, Вань, рация села. Трение, загружилось. Мы готовы, поехали. Сделаем, пускают. Коля! Капец! Мне так стрёмно, что ты тут... А ты пристёгнута вообще? Боже мой! Ну как форсаж? Крутить будем что-нибудь? В смысле крутить? Кого крутить? Нормальный вид полета будем. Ого! Ой, какой ветер! Красота! Здорово вообще! А должно быть сколько? Метров на 300, надо поднять. Нам разрешено на 300 летать. Но я тебе открою секрет, мы можем на 500 летать. А вон та штука, которая внизу держит, которая внизу штука держит, это что? А мы сейчас отцепим. Это просто буксировочный комплекс. Сейчас он нас затянет метров на 300, и мы дальше там 250. И мы дальше с тобой самостоятельно. А, да? Да. Я думала, надо будет держать. Какая красота, боже. Офигеть вообще! Ух ты! Вообще супер! О, причем из-за этих полей не кажется, что так высоко. Ну, да. А на самом-то деле вообще. Ну, еще как бы нормально, чистоточка. Чисто уместно. Ну, нам прекрасное вращение. Высоты немножко.
На посадке Маруси надо будет встать в подвеске, я тебе скажу заранее. Ну, чтобы он сам был близко, чтобы на ножке приземлиться, хорошо? Угу. У нас на самом деле не так много высоты, чтобы было без ворота выходить вперед. Прям как профессионал. Человечки. Кнопка там стоит, вообще ничего не это. Все, блин, вот видишь, Маха, на самом деле круто. Видишь, мы как бы копилочку совместных воспоминаний пополнили. Держим. Так, часть камеры снимает, помашем. Нормально все.